Такой пирог с грушей вы еще не готовили. Рассказываю простой рецепт. Очищенную грушу нарезать небольшими кусочками. Форму диаметром 24 см застелить пергаментом, всыпать коричневый сахар. Добавить нарезанную грушу и рубленые грецкие орехи. В глубокую миску добавить яйца, всыпать ванильный сахар, взбить миксером на небольшой скорости до однородности. Несколько приемов подсыпать сахар, не переставая взбивать миксером, постепенно увеличивая скорость от маленькой до большой. Всыпать просеянную пшеничную муку, вмешать аккуратно в тесто, не нарушая его воздушность. Тесто влить в форму, слегка встряхнуть, запекать 60-70 минут, температура 175 градусов. Приятного чаепития!